О погоде на эту неделю расскажет профессор Тверского государственного университета Наталья Евгеньевна Сердитова. Наталья Евгеньевна, добрый вечер. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, уважаемые клинчане. На этой неделе нас ждет аномально теплая погода. Все дело в том, что характер погоды будут определять североатлантические циклоны, которые с южным и юго-западным ветром будут поставлять в наш регион субтропические теплые воздушные массы. Правда, и довольно влажные. В начале недели температура воздуха днем плюс 13 градусов и становится прохладнее всего лишь плюс 6 в дневные часы, в пятницу и в субботу. А в ночные часы столбики термометров в начале недели плюс 9, плюс 8 градусов показывают, соответственно, в пятницу и в субботу плюс 1. О заморозках пока даже нет и речи. Давление довольно низкое в начале недели, 729 миллиметров ртутного столба, но постепенно начинает возрастать и к субботе уже поднимется до 756. Будут дни, когда будет облачно с прояснениями, но чаще всего все-таки характер погоды будут определять атмосферные фронты, поэтому зонтики ежедневно брать с собой не забывайте, а также правильную одежду и правильную обувь. Всем удачи, хорошего настроения. С вами Тверской государственный университет.